Тихо-тихо. Влади, смотри, короче, на этом киберспортсменом. Он, короче, говорит, там в начале боя, блядь, карта той, поджимаемся там. Сейчас посмотрим, как Грилл его посыт. Да, я, пожалуй, поверну направо, да, да? Не, поехали все вместе, вы че? Не-не, все вместе, блядь, Влади. Мы сосем вместе, значит, сосем вместе, все заебал. И Влади технично объехал. Да, да, да. Так он еще сильнее нас обоссыт. Слушай, смотри. Ребят, у меня танк что-то остановился. Танк остановился что-то. Поехали. Танк остановился, братан. Понятно. Я предлагаю, чтобы Джова танк не останавливался. О, спасибо, спасибо. Давай, я подкорректирую. Да, все нормально, братан. Сука, тупой ёбаный, бля. Бля, стой, кто такой? Это вот это дал мне. Давай по два стрельба. Да не нужен, он пускай светит, не надо. А, ну ладно. Он пригодится, хотя сейчас гниет. Блять, ты сука, пидор, блять, одесский. Все, смотри, мы прорвали. Мы поехали. Во, нашли. Едет танк. Так, ну что? Слева. Левша, судя по всему, ловит. Зря ты остановился. Да. Я тебе сразу скажу. Блять, их свините, нахуй! Это такое себе было решение, Димон. Опрометчивое. Блять, а ты что, киберспортсмен-то наш обоссался? Да, это день чемпионата мира выигрывать. Я же говорю, ему холлорузерс на. Блять, это. Холлорузерс. Блять, мне голова не побил! Ты смотри на него, смотри на это животное сзади, Влади. Блять! Меня бульдог. Ладно, я дебил. Ядропидор, блять, это что ты? Ребят, бульдога убить, он, блять, по своих стреляет. Да? Да, это животное. Убить его надо. Что-то вообще не зашло на дедах. Да, мне там СТБ же. Блять, Артак, да. Димас, такая тактика пиздатая, практически как в прошлом году. Мы прорвали почти. Блять, мы твой прорвали. Его прорвали, да? Блять, меня гриль так прорвал, пиздец, блять. Сравни. Нихера себе, у нас 92% побед, да ладно, блять. Ты серьезно? Да. Блять, ебать мы ем. Это, короче, это аура, блять, киберспортивности. Реально. Гай, нахуй киберспортивности, я просто. Я просто. Кто-то мод, а ты с Хованским не стримил? Что-то модно, что-то вышло из моды. Планируешь? Джо так и остался дебилом, да? Ну, раз Паша постримил. А чё, Карина сдулась, что ли? Да. Да он там уже анонс делает, и в шанс. Он там уже теги прописывает. Не-не, я Давидыча ждёшь. Хованский, да? Давидыча ждёшь? Да, блядь. Ну с ним был топовый стрим. Ну, а тебе долго ещё ждать? Не, не, без юмора, ну просто серьезно. Вот это хуёво сейчас просто. Да, реально долго ждать. А никто не хочет подъехать ко мне, блять. Вот а с Соколовским не хочешь постримить? Ах ты такой. Блять. Это друг Давидыча. Обидно было, наверное. Не, а кто такой, серьезно, я не знаю. А чувак, который покемонов в церкви ловил. Блять, поймал. Пикачу, я вызываю тебя. Сколько нам 5 лет Пикачу принес ему? Эволюционировал, бля. Я, конечно, не Пикачу, но ты в тюрьме посидишь немного. Блять, вы заебали хохметь, я играть, блять, не могу. Не, ну ты реально вышел закон, идет Пикачу ловит. Почему он, сука, из инвиза проебывает, блять, ребята, ну. Приманка сработала, блять! Блять, Влади, ёбок, ты можешь, блять, проконтролить собачата? Ты заебал. А сколько ему дали в итоге за Пикачу? Ну, я не знаю, пока идут пока суд. Но он сейчас на тюрьме просто сидит? Да. Да он может только сидеть сюда ждать годик. Или два. Но могут затянуть, да. Блять, у меня мышка подвисла. Мышка подвисла? Да бывает такое, блядь. Качество Razer, блядь. Может мышка вообще подвисла? О, я пошел в Шкоду, блядь. Беспроводная, да. Беспроводная, да. А, ты беспроводной играешь еще? Угу. Не. Блядь, Артабат переехал. Артабат вот здесь стоит уже. Беспроводная мышка — это как электронная сигарета, резиновая женщина. Это как гидроскутер. Иди нахуй, блядь, Т-49. Гидроскутер, ага, блядь. Вейп, да? Вейперы, блядь. У меня 49. О, я лучше спрашиваю, Джофф, мне тут зима пришел и спрашивает, что происходит в мире танков. Я со своей стороны расскажу. Это мне сказать сейчас, что происходит? Ну да. Короче, братуха апают немецкую технику, Муразор сбил бороду, блядь, все пожертвовал ее на алтарь, блядь, великого бога рандома, блядь. Немецкая техника апается, вводит каких-то непонятных шведов, вроде бы неплохие. Песочница глобальная переносится на 2017-й, рту будут ебать, но когда пока непонятно. И, блядь, а сейчас полный пиздец. Все. Нормально так себе, да? Это от Джова, а я потом расскажу отдельно. Блять, что-то неприличное. А я потом правду расскажу, да? Нет, я расскажу, что с командой, с кланом происходит и все остальное. А я расскажу, что
Дайте донат. ПТшки переводятся вот сюда. Слушайте, стой, ребят, смотрите на нашего гриля. А чё он? Как там? Нормально у парня все с лицом? Это что вы здесь? Это ты, это он. Он говорит, ой, блядь, сейчас БЛТ потолкать, выпирхнуть нахер. А-а-а. Люблю адекватных. Блять! Чё ты? Кто там? Ну так едем или нет, Костян? Меня засветило это. Отсвечивайся. Можешь по кишке тогда проедем? Да. Сейчас поехали, я когда свечу. Я свечу, подожди. Надо втроём, сука. Зачем ты его убил, кстати? Ну я ж его не трогал. Так, Димас, у меня выбирает. По кишке. Димас, у тебя. По ущелью или по кишке? Это. Ой, блядь, по ущелью. Поехали. Боже мой, да ты знаешь вообще, блядь, блядь. Нет, не знаю, да, пойди в жопу. Слушай, как думаешь, я пробью этого уёбка? Не-не, подожди, ты не врывайся лучше. Блядь. Ой, блядь, 704-й. Ой, вон арта твоя, Джофф. А кто убивает уже? Ты или мы? Мы. Я там канул, я четвертого. Красава, брат. Еду, блядь, еду дальше. Русский, братуха, за тебя, блядь. Русский, иди вперед! Давай, приезжай и убивай арту. Спасибо, блядь, лучше Влади, нахуй. Все, попал ты один. Должен, блядь. Попал второй, блядь. Где там арта еще? Блядь, сука! Вот, еще одна. Убиваем арту. Красава, ты же бабла приехал зарабатывать. Давай, чувак, хорош. Что, а блядь, где еще одна арта? Что? Где? А, это левша, красава, брат. Бачат, я поехал. Дурак, назад, я поехал. Урвали, все, пизда тебе. Давай, быстрее, уебок. Я реально уже думал, что он по тебе не попадет. Не. Ну что, ты косарь заработали? Косарь заработал, блядь. Братаны, блядь. Ну нормально, по 333 ручки. Респект 333, блядь. Сука. Блядь. Согласитесь, весело было. Ну я бы не сказал, что весело, но самое главное, что ты бабла срубил, все, красава. Ну да, самое главное, блядь. Хоть не сдох. Помогли, товарищ. Да. Я слышал, голодаешь, да? Да, пиздец, братуха, блядь. В ресторанах уже и фуагру берет мне без. Фуагру. Фуагру, блядь. Худеет, пиздец, блядь. От голода пухнешь, да? Так, короче, я поехал рашить чисто. Давай, я сейчас помогу тебе. Олег, подожди, Олег сифилис. Лев. Да у него там глазной трихомоноз, успокойся, я понял уже. Симптомы просто. Это я смотрю, у мамы медик, да? Долбоёб под мамой. С уважением к маме. Ну не к тебе, Влади. Ну смотри, ну я чё? Да смотри, они вообще, я ни один не поехал. Блять, они главное, чтобы постреляли, долбоёбы. Постреляли хотя бы, блять. Да, а борщ накидал бы, сколько, смотри. О, что-то есть. Ну едем, похуй. Хули. Блять, что? Ну, стреляем. Взяли свои яйца в руки, воины. Достанем последним оплотом этой карты. Сейчас из вертухи его ёбну. О, блять, пиздец. Ой, ёбаный шаман, блять, этот дебил. Чё? Не-не-не. Сейчас затопится. Красиво. Ну, первый этап прошли. Я не знаю, посмотри, мы просто переходим в другой тур. Давай, другой тур. Сберите са третьего. Пошел, я, так давайте его подбой. Ебать, Ису. Я не пробил его? Ису. Димат. Я не попал. Сейчас заберу его. Бля, я его не пробил. Не пробил. Ебать вы конченые, друзья. Да он плохо подставлен. Давай, Ису. Он просто нестабильный. Арта КД, блядь. Давай, следующий квест это Ису, а потом Борща. И Хэвик. А, не, Борща. Не, Хэвик, да. Хэвик. Там чуть видно. Борща не догонишь. Еще ничего, давай, выйдь здесь. Блять, из 7, каким боком ты по мне попал? Арта КД одна. Бачат арта КД, что самарваная. А, я все, GG. Светите, а вы можете Хавика просто светить? Да он светится просто вот, просто светится. Блять, пока еще. Блять, ты фетишист. Светишься. Ну-ка, почему так по мне, ну, почему по мне? Блять, все, пропал. Охренеть, а что это такое? Я еще твой друг, блять, ёбнулся, неудачник. Все арта скинулись, ребят. А ты был в перманенте, да? Ну я светил, Костя же попросил. Влади, поставь на его, встань на его место, братух. Пожалуйста, по-братски. На, блять. Ну, Ах, мы ж два гидропидора, сука. Ока. Куда я попал? Давай, чисто соревновашка, кто больше накидает. Ну чисто. Давай. Кто более грязный. Давай. Короче, ребята, челлендж, кто более грязный ртовод, я или Дима. Блядь, да. Левша, и во всем... ты только на ивентах ее используешь. Этот. И во всем этом нас прикрывает Бладька. И во всем этом дерьме купаюсь я, да? Я понял, отлично. Погнали. Смотри, еще ваншот, тупо ваншот будет. Свожусь. Охуенно. Там два тела. Ебать, как они там стоят, шоколадно. Это новый прем-танк, да, вот этот?
Какой именно? А, ладно, так. Блядь, 49? Да, да, да. А, да, да. Говно, блядь, у него бардак, блядь, охуенно. Да. Братуха. Мне понравилось, как все вододелы сказали, ну классный танк, я поиграл и понял. Мне еще, мне знакомый написал, Джофф урод, из-за его гайда купил себе его. Блядь, да нормальный танк, чё не начинает? Да, нормальный танк, нормальный донат. Короче, у меня донатер пишет топовую шутеечку, на арте проебал вспышку. Ну, так. На арте проебал вспышку? Да. А в чем шутеечка? Надо смеяться, Владик, смейся. Ну, Дебилы, блядь. Нет, любись игра слов. Проебал вспышку на арте. Да? Ой. Не знаю, как я на тысячу досмеял. Мне кажется, я полторашку уже отжарил просто. Сука, скоро за квартиру спался. Бля, да вы заебали. Прекрати, не шути так больше, не надо. Хотите шутить? Донатер. Ну, дай стрельну, дай стрельну, дай стрельну, дай стрельну, сука, дай стрельну. Своего, просто прекратишь, не надо больше так шутить. Сейчас пойду, Нелли, слышишь? Сейчас я ей шутку расскажу, охренеет просто. Я прям разбужу, скажу, Нелли, прикинь там. На арте, что там было? Вспышку, да, прикинь. Просто ребенку 4 года, тормози, малой, вставай. Забей хер на садик, азов, в хату не надо в садик. Я уже болел, мне уже пузо болит. Если еще пару таких шуток, мне кажется, у меня это... Крызление в мозг будет. Больше не шутим. Смотри, 69-й ошибается. Блять, да тут куча всего. Сейчас вожу куда-то. Блин, моя любимая 69-ка, и он подставляется. Ебать, я поиграл, охуеть. Какие трики колоть, мне даже стыдно стало. Мой сладкий коричневый друг Дима, дай пять. На реально будешь кататься после стрима живым решением? Ну да, наверное, как еще. У каждого есть свои маленькие решочки. Слабости. Слабости, да. Анальная слабость. Димас, у тебя там на фоне стрима еще дилдак не стоит никакой? Нет. Смотри. Димас, ты так хорошо играешь, Димас. Дилдак. Давай еще стрим. Жаль, что ты не пьешь, да? Да. А в Москве... Уже давным-давно споил бы, блядь, там, да? Поехали. На высоте. Смотри, как красиво, Дима. На высоте, да. Роллы по 800 рублей вот эти. Какие божественные. Дима, роллы по 800 рублей. Да. Джок, что ты делаешь? Это был заход, типа, чтобы соблазнить Димаса. Димас, у меня есть роллы по 800 рублей. А на арте сыграешь? Да, Димас, придется на скидки, да? А дилда у тебя есть? А у тебя точно роллы по 800 рублей, да? И крутые снимает. А точно дилда есть, да? О, знаешь, вместо шпалочек что используешь, да? Ты это понял? Ребят, подождите. Зайдитесь нахуй, тут, короче, охуенный челлендж пришел от Олега Зико. Смеяться? Тихо. Нет. Смеяться надо, мы можем. Нет, там мой один ко минимуму. Давайте, еще бой на арте. Что? Один ко минимуму, кто больше набьет на арте. Гоу, еще бой. А чё, а смысл, если тебе все равно задонатит? Не, это все нас касается. Он, да? Есть, или мне, да, или мне, или Влади. Я считаюсь, я на бабахе был? Да. На арте. Сука. Не, кстати, для практики реально прикольно, разноплановый стрим. Например, у меня там завтра будет знаком... Димас, реально прикольно, короче, есть охуенные клубы в Москве. Какой? Ну чисто для... Это таки тебя разводят. Чисто для разноплановой стрим. Нет, спасибо, так... Разноплановый стрим. Ведлюк, я думал, нормальный он. Откуда ты знаешь, что я имел в виду? Так, догадываюсь. Он не артовод. Все, всем пока, всем до завтра. Завтра три стрима. Ядрить, колотить. Все, ушел.